Прикольно, но я их юзать не буду. Опа, погодите, тут еще у нас меч. Интересно, насколько урона сильнее, чем мой тот? Ну-ка на... 240, простите меня, 3 урона. Дизлайки под эти видео, да ставьте сколько хотите, мне вообще все равно на эти дизлайки. Неправда, неправда, тебе не все равно. Неправда, тебе не все равно. Я не так разговариваю. Я не так разговариваю. Все, я требую, чтобы ты уехал прямо здесь и прямо сейчас. А на вашем сервере есть портал в рай? Хороший вопрос. Конечно, есть. Для его создания вам понадобится 12 блоков светокамня и ведро с водой. Строим портал, как показано на видео, и нажимаем ведром по самому нижнему блоку. Если все пройдет удачно, то вы приземлитесь в раю. Но будьте осторожны, потому что один неправильный шаг, и вы можете обнаружить себя в аду. Стой, погоди, Пипискин, нет! Память и минута молчания в честь нашего великого героя Пипискина. Чтобы все у него в жизни было хорошо, царство ему небесное. И все, кинули немножко земли ему в могилу. Попрощались с нашим другом. Давай, все кидаем землю, нахуй, горы, сука, землю, тебя на похороны, может, блядь, не гуляли, придурки, блядь. Нахуй ты мне-то кидаешь, еблан тупой, блядь, сука, кинь нахуй в Пипискина, долбоёб. Эркрай, это уже мне не нравится. Что тут еще написано? SCP-166, суккуб-подросток, выглядит как женщина примерно 16-19 лет. Тьфер, Джон, это даже незаконно. Худощавого телосложения, отклонение от нормы, ускоренный рост волос, восприимчивость к различным взвесям в воздухе и отклонение от нормы в пищевых потребностях. Так, ладно. Особый интерес представляет воздействие SCP-166 на лиц мужского пола. У 100% подопытных мужчин, в поле зрения которых находилась SCP, наблюдается сильное влечение к объекту. Примерно у 70% влечение пропадало после разрыва визуального контакта. В оставшихся 30% случаев влечение перерастало в одержимость, приводившую к попыткам добраться до SCP-166 силой. Воздействие SCP-166 на мужчин вызывает у нее сильный стресс, который усугубляется ее желанием вести удаленную от мира жизнь. По этой и другой причине контакт SCP-166 с мужчинами запрещается. Черт, это все из-за Невилла. Что-то типа гипноза. Надо остановить это. Главное самому под него не попасть. Так, Джон, мы уходим. Пошли, приятель. Нет, Линч, я остаюсь. Джон, нам нужно идти. Нет, Линч, я остаюсь. Иди без меня. Так, Джон, давай-ка отойдем отсюда. Эй, ты чего? Она хочет, чтобы я остался. Она пустит меня к себе. Уйди с дороги, Линч. Так, Джон, с меня хватит. Эй, ты чего дерешься? И чё стал так близко-то? Да потому что... Стоп. Это ты? А кто еще? То есть ты сейчас себя не вел странно? Нет. Мы ведь только зашли. Ты пошел смотреть планшет, а я... А, окошки в дверях. Надо посмотреть. Нет, стоп, стоп, стоп. Ты уже достаточно насмотрелся. В смысле? Как это понимать? Ты только что был под гипнозом. Там опасные SCP. Слышишь? Девушка? Да, и она загипнотизировала тебя. Вот срань. А я о чем? Я ничего не помню. И слава богу. Давай, идем отсюда, тут ничего нет. Ты уверен? Может осмотреться? Нет, Джон, пошли уже. Осматриваться тут негде. А как хотя бы выглядит этот SCP? А, Джон, тебе лучше этого.